Приветствую вас, дорогие! Сегодня у нас большой расклад гранд-табло на любовную сферу, на загаданный период. Загадывайте период. А я вам предложу вот такой вот вариант. Вы можете взять себе карту, например. Можете позиционировать себя в раскладе картой женщина. Можете позиционировать себя картой собака, да, может вы год собаки родились. И давайте карта лиса тоже будет героиней расклада, то есть мы будем смотреть. Выбирайте себе одну любую карту, это будете вы в раскладе, и мы будем смотреть, что вас ожидает в любовной сфере. Ну, давайте возьмем на предстоящие 3 месяца. Итак, загадывайте карту, и я про каждую, что ее ожидает в любовной сфере, через этот расклад расскажу отдельно. Вкладываем карты. Большинство у меня смотрят девочки. Ну, кстати, если смотрят мальчики, можете по карте собака себя загадать. Итак, что вас ожидает в предстоящие 3 месяца? В любовной сфере. Что вас ожидает в предстоящие 3 месяца в любовной сфере? Гранд-табло выкладывается в 4 ряда по 9 карт. Такой гранд-табло лично можете заказать, обратившись на WhatsApp, Viber, сообщением по телефону, указанному в описании. Что вас ожидает в любовной сфере? Давайте сделаем преддиагностику. Найдем загаданных героев и посмотрим, кто в каких энергиях сейчас. Вышла у нас собака. И смотрите, она под покровительством высших сил сейчас. Ожидает большой и чистой любви. По карте Лилии смотрим, да. А некие элементы такой гордыни присутствуют в этом человеке. Но за спиной карта букет. Уже либо в вашем поле, если вы загадали себя по карте собака, уже присутствует влюбленность, интерес, симпатия, да, что-то в этом роде. Либо вас кто-то держит под прицелом, и вы об этом не знаете, потому что букет за спиной. Ищем следующих героев, героинь, женщину и лису. Женщина вышла. Так, а тут интересно, девчонки, кто загадался женщиной, а у вас, смотрите, впереди карта медведь, это человек, партнер, возможно, старше вас, со статусом, вы еще не знакомы, но он уже в вашем поле присутствует. И осталось нам найти весу, что ее ожидает, в каких она энергиях, вернее, сейчас. По лисе у нас могут девочки быть семейные, смотреть расклад. Такие труженицы могут предприниматели, кстати, потому что лиса бежит на карту якорь. И когда лиса и якорь вместе, они часто выражают предпринимателя, человека, который работает сам на себя. Либо, напоминаю, расклад общий, многовариантность, либо по этим картам. А если вы не семейные, но загадали лису, вы жаждете обретения семейного счастья. Вкладываем всех вас обратно в колоду. Напомню, это была преддиагностика энергии данного периода времени. А теперь мы шагаем вперед на ближайшие 3 месяца. Благодарю вас всех за лайки, за добрые комментарии. Вы мне самые классные подписчики. Самые классные. Что вас ожидает в любовной сфере? Предстоящие 3 месяца. Погнали. Первая карта очень важна. Она задает тон этому раскладу. И здесь у нас карта башня. Вообще карта башня — это карта каких-то достижений. Но есть и такой нюанс достижений в одиночку. Да, такая борьба в одиночку. Ну да ладно, насколько далеко или близко ли будет ваша карта, это тоже важно. Так, у нас выходят те, кто загадал себя по карте дама, карте женщина, да? Они находятся в доме дома. И впереди у них какие-то события по
карте гроб, либо будут возрождаться какие-то отношения, которые имели место быть, либо что-то новое их ожидает. А, вот смотрите, опять медведь приперся. Помните, он был в преддиагностике. Тут многовариантность. Смотрите, либо возрождение отношений, потому что медведь у нас фигурная карта, она в позиции в доме туч, и это всегда герои прошлого опыта, либо прошлой жизни, либо в этой жизни бывший. Да? Если у вас есть человек, может быть, старше вас, может быть, человек со статусом в прошлом, да, у вас тут идет возрождение, судьбоносное возрождение отношений, поднятие со дна. Оп. Угу. Так, ладно, мне тогда надо выложить. У нас еще одна фигурная карта идет. Угу. Смотрите, вот у собак, кто загадал себя собакой, кто загадал себя дамой, ситуация будет разворачиваться со знаком плюс, но тут башню вам сорвет конкретно. Текс. А девчонки, у кого проигрывается по медведю бывший, опять у вас, возможно, с ним был треугольник. И вы тут не верите ему. Ну что ж, не верите, так не верите. А он будет просить шанса. У собаки у нас идет инициатива. Кто выбрал себя по собаке, знакомство с мужчиной в будущем. Сама. Ну вот об этом помните, первая карта говорила. Да. Возможно, кто загадал себя по карте собака, через, смотрите, в доме собаки у нас карта письмо. И очень возможен потенциал на брак. Не стесняйтесь, те, кто загадал себя собакой, не стесняйтесь проявлять инициативу. Да, я всегда говорю, вы скажете, ну как же, вот вы всегда говорите, что инициатива должна исходить из мужчин. Если вам это видео попалось, оно вам попалось не случайно. И из каждого правила есть исключение. Если вы где-то там, на сайте знакомств или в каком-то варианте вам кто-то понравился, и вот стрельнуло в голове, что надо написать, напишите, познакомьтесь. Тут хороший потенциал, видите, карта ключ впереди. Но опять-таки напомню, если вы себя загадали картой собака, не надо прыгать с героя на героя, с героини на героиню. А смотрите, вот у нас лиса. Лиса у нас в пути. Да, кто догадался о лисой, она у нас будет выбирать, она у нас, во-первых, будет долго идти к принятию решения, во-вторых, она будет выбирать. Смотрите, 22-я карта, это дом перекрестка. И здесь лиса у нас находится. То есть лиса у нас будет выбирать либо идти мне дальше одной, потому что перекресток у нас в доме башни, либо мне завязывать с кем-то отношения. Вкладываться или не вкладываться, да, будет лиса думать. Но. Карты говорят, вкладываться надо. Потому что, смотрите, место, силы этого расклада, 24-я карта в 24-м доме, карта сердца. Любовь всех ждет. Любовь. Ближе всех к позиции сердца у нас лиса. Кто загадался по любви, быстрее всех обретут. Но не так все будет гладко. Смотрите, за сердцем идет карта крест в доме кольца. То есть, давайте так, загадный период, никто замуж не выйдет, никто не поженится. Да ну и ладно, период-то мы взяли небольшой. Но отношения судьбоносные. И очень возможно, что кармические. Может быть, кому-то, особенно собаке, придется, либо захочется общаться с несколькими людьми. Позвольте себе это. Это нормально. Сразу хочу сказать по собаке. Тут у вас герой издалека высвечивается. Не из вашего, по крайней мере, района точно, либо даже города. Лиса тут будет с кем-то в каком-то конфликте в страстном, либо будет претендовать на то, что ей, по сути, не принадлежит и не может принадлежать, да, кто по карте лиса, либо будет страдать, да, из-за того, внутренний какой-то конфликт, потому что метла в ногах.
Так. Смотрите, как интересно разворачиваются события. В доме кольца карта крест, а в доме креста у нас карта якорь. То есть стабильные отношения возможны для всех героев. В первую очередь для лисы. Но вы смотрите, приблизительно все на одинаковом расстоянии. Лиса и собака ближе всех к этому кресту в доме кольца. То есть неизбежность связи, да, неизбежность отношений, которые должны с вами случиться. Дальше всех у нас карта дама, потому что дама у нас будет разбираться с прошлым. И я хочу сказать, разберется очень успешно, несмотря на то, что башню снесет по полной. Если вы примете решение встречаться, тут очень сильно мне идет из потока такая ситуация, что герой все-таки у вас идет из прошлого. Даже если он вас не старше, он для вас очень значимый, и он идет из прошлого. И у вас с ним идет примирение, у вас с ним идет проигрыш нового витка страсти и решение. Решение принято в пользу отношений встречаться, пока встречаться, наблюдать. Далее, по лисе. Лиса, еще раз говорю, у нас на перепутье. Она, кстати, может познакомиться, поймать свою рыбку, да, где-то в дороге. Какой герой у лисы рядом? Пересекается с картой мужчина, да, то есть к лисе проявится сам какой-то мужчина. Всего скорее у лисы появится несколько партнеров. И она будет выбирать, куда вкладываться. Да, несколько вариантов. Хочу сказать, что у карты, кто загадал себя по карте дамы, тоже возможно два варианта. Возможно новое знакомство и возможно появление прошлого, бывшего. Оба варианта, какой бы вы ни выбрали, проиграется для вас в положительном ключе. Брать двоих не рекомендую. Можете потом заказать личный расклад, либо спросить на стриме, но какой бы вы выбор ни сделали, смотрите, у вас за спиной карта Лилии – это покровительство высших сил. Высшие силы дают вам возможность обустроить свою личную жизнь, любовную сферу со знаком плюс в загадный период. Если вы решитесь, да, решитесь на новый виток в своей жизни. Потому что иногда мы так сильно застреем на опыте прошлого, да, что просто не хотим идти в будущее. Вроде мы и хотим семью, вроде многие из вас хотят партнерство, сюси-пуси, няшности и вкусняшности, но решиться, позволить себе, это ж надо полностью менять жизнь, да? Это ж надо носки из-под стула доставать, это же надо готовить в два раза больше, да? Это ж надо убираться в два раза больше. Внутренние блоки есть. Есть у всех. Но вас тут, чтобы вы обошли эти блоки, я вот про тех, кто по карте женщина, вас тут высшие силы просто закружат. Они, еще раз говорю, башню снесет так, что мама не горюй. Дело в том, что, смотрите, когда герой выпадает в верхнем ряду, те карты, которые у героя в голове, это мысли. Те карты, которые впереди, это возможное будущее, позади возможное прошлое. Да? Те карты в ногах, это действия. Вот те, кто загадал себя по карте дама, видите, у них нет в голове карт, мыслей нет, снесет башню. Кто загадал себя картой собака, тоже нет мысли в голове, снесет башню от любви, от страсти, потому что впереди карта солнце, да, и карта ключ. То есть 100%, вот у вас 100% проиграется встреча либо возобновление отношений. У дамы встреча, у собаки, у дамы возобновление и встреча, возможно, у собаки новое знакомство. Потому что собака в доме гроба еще неизвестно что. Ой, в доме лисы, простите, еще не, опять запуталась, в доме змеи, не те слова говорят, ты что, уже переключилась на лису. А вот лиса, значит, у нас третья героиня, будет тут очень сильно переживать в сомнениях, но вспыхнут очень сильные чувства. И лиса будет думать, а надо ли мне это вообще? И будет как-то, знаете, с одной стороны, ну попробую, ну может быть я готова с этим человеком провести пару ночей, а потом подумаю, может быть и всю жизнь, да? Вот, потому что за спиной у нас у лисы тоже карта дерева. В доме дерева у нас карта гроб. Это что-то новое идет в вашу судьбу. И тут, мама, не горюй, любовь
возможно, всей жизни. Я не вижу конкретного партнера у Лисы, но тут идет мужчина, смотрите, он недалеко от Лисы, судьбоносный, да, который сам появится в вашей жизни. Лисе бояться не надо. Мужчина придет сам. Собаке, возможно, знакомство по переписке, это сайты знакомств, возможно, какие-то деловые переписки. А кто у нас, у меня, я уже просто резюмирую, да, а кто идет по карте дама, у тех либо новое знакомство, либо и новое знакомство, и возобновление прежних отношений. Причем совершенно неожиданно. Я вам хочу сказать, что у карты дама тоже, видите, в ногах карта крысы. То есть это выбор. Выбор это несколько. Да? Вам будет казаться, что вдруг я ошибусь, а вдруг я поступаю неправильно, что у меня и один проявился, и другой появился, и не знаю я вообще чего делать, может быть вообще мне сбежать. Не надо сбегать, я еще раз говорю, определитесь, и тот, и другой вариант будет выигрышный, определитесь, кому лежит ваше сердце. Так, мужчина у нас в доме звезд. Это общий собирательный образ, а звезды – это цель, мечта, план, который готов появиться в вашей жизни. И мужчина с кольцом, то есть мужчина, который идет для связи к вам, ко всем трем героям, которые были загаданы в этом раскладе. Мужчина идет прямо к вам в дом для стабильности, причем все герои идут такие довольно обеспеченные, довольно уравновешены, и самое главное, этих героев вам не обойти в вашей жизни, неважно по какой карте вы загадали. Я единственное, что вижу, очень большую тревожность у карты дама, потому что если мы расклад складываем пополам, она падает на карту метла, это внутренний конфликт, потому что тут один партнер, возможно, либо с ним был любовный треугольник, да, и идет ему недоверие, либо может вам показаться, что он не свободен. У карты собака. Мужчина прям чешет к вам прямо в дом, да, появляется сам в вашем доме после знакомства по переписке. У карты лиса много сомнений, много печального прошлого опыта, видите, в голове крысы, но все равно лиса у нас падает в омут со всеми четырьмя лапами, с хвостом, со своим пушистым, и ничего не теряет, она только обретает возможности для обретения счастье в будущем. Вот, счастье в будущем. Единственное, что у Лисы-то точно вот еще этот человек не проявлен в ее жизни, и ей надо будет подождать. Очень-очень-очень-очень возможно, что это произойдет даже летом. Вот прям в разгар лета. На этом все, дорогие друзья. Очень хорошие новости по любовной сфере. Обязательно подписывайтесь, обязательно пишите комментарии. Кому необходимо, загадывайте, заказывайте личные расклады. Всех обнимаю. Пока-пока.